заперто. Далеко.
Doctor! Сейчас ты в плену иллюзии, созданной Харадримами. Портал вызволит тебя из этой ловушки. Можешь расслабиться. Здесь тебе не причинят вреда. Кто-то вроде единомышленника. Я спас тебя в горах. Ты потерял лошадь и забрался в пещеру. Если бы не я, замерз бы до смерти. Зачем ты мне помогаешь? О, тут все просто. Ты хочешь остановить Лилит, а я хочу, чтобы у тебя все получилось. Но если будешь слушать Харадримов, ничего не выйдет. Для них все всегда заканчивается пожаром и смертью. Ну что, насмотрелся? Открывай дверь. Чтобы тебя предостеречь, однажды Харадримы зайдут в тупик, и в этот момент лучше оказаться от них подальше. Портал перенесет тебя прямиком к девочке, которую ты ищешь. Обратно в Харадримскую иллюзию. Кажется, я сбилась с пути, как тогда, когда мы заблудились с мамой. Путь к хранилищу обрывается здесь. Видимо, это где-то рядом, в лесу. Что это такое?